Не детская распаковка. Всем сюрприз! Меня зовут Вадим, и сегодня у нас ваша любимая научно-развлекательная распаковка. Открывать мы будем новую коллекцию от Азбабам «Ночные хищники». Ссылочку на них оставлю под видео. Животные на пакетике выглядят устрашающе. Ух ты! Змея! Это очень яркая зеленая анаконда. Про анаконд сняли много страшных фильмов. Анаконды по длине проигрывают питонам и вырастают до 6 метров. Наполнитель у игрушки какой-то загадочный. Тянется отлично. Но при таком жестком обращении краска с пуза слезает. Змея, кстати, светится в темноте, что мы обязательно проверим. Анаконда! Рисунок на вкладыше крутой. А еще тут есть фотография. Какая страшная красота. В этой коллекции кого только нет. И крокодилы, и злые гориллы. Этот пакетик прям толстый. Ну еще бы. Тут целый король лев. Львы предпочитают охотиться ночью, когда темно и прохладно. Ведь как и все кошки, они хорошо видят в темноте. Мякается приятно. Внутри какая-то удивительная белая субстанция. Первый раз такое вижу. Можно из него сделать супермозга. Е равно МЦ квадрат. Резина прочная. Не порвешь, даже если захочешь. Классный лев. Все когти аккуратно сделаны. Зубы. Покрашено ровненько. Мне одному кажется, что этот лев как-то странно нарисован. А фотография красивая. Следующий пакетик вообще очень тонкий. Интересно, кто в нем? Ого, летучая мышь. Тут, правда, не сказано, что это за вид. Но выглядит она прям как настоящая. Такие крылья здоровенные. Можно даже кого-то ей напугать. Большинство летучих мышей летают по ночам. Но не все из них хищники. Некоторые, например, питаются фруктами. Эй! Вы все еще не поставили лайк? Спят летучие мыши, как вы знаете, вверх ногами. Так как они не умеют отталкиваться от земли с помощью своих слабых лапок, чтобы полететь, им сначала нужно откуда-то упасть. Пополям, пополям, синий трактор едет к нам. Чуть позже я расскажу, как можно выиграть целый блок таких сюрпризов. Вот такая вот пипистрелла. Это, наверное, какой-то нетопырь. Следующий хищник. Черная пантера. Такой окрас идеально подходит для ночной охоты. Смотрите, какая детализация. Настоящие кошачьи лапки. Наполнитель у всех животных одинаковый. В отличие от многих других кошек, черные пантеры любят плавать и даже нырять. С голодной пантерой лучше не встречаться. Кто у нас тут? Ого! Самый настоящий крокодил. Выглядит реалистично. Крокодилы – рекордсмены по силе укуса среди всех животных. Чтобы вы понимали, сила такая, как если бы 2 тонны упали на ваш мизинец. Неприятно. Крокодилы тоже хорошо видят в темноте и нападают на добычу из засады. В нашей распаковке все игрушки проходят серьезные испытания. Но никто не лопнул. Друзья, если вы хотите выиграть целую коллекцию хищников, внимательно слушайте условия конкурса. Напишите в комментариях, какое животное из этого видео самое опасное и почему вы так считаете. Я выберу одного счастливчика и совершенно бесплатно отправлю ему коллекцию. За новостями следите в моем телеграме. Ну а мы продолжаем. О, такая же змея, только цвет другой. Написано, что это сетчатый питон. Это самый длинный вид змей.
Говорят, что они могут достигать 10 метров. Но это не точно. Реальная зафиксированная длина самого большого питона – это 7,5 метров. Игрушка красивая. Она, кстати, тоже светится в темноте. Красота. Следующий сюрприз объемный. Это гризли, разновидность бурого медведя, который живет в Америке. Гризли означает серый. Шерсть этого медведя может иметь серый оттенок. Ну и злющий же этот мишка. На фото он, кстати, вообще ни разу не серый. Чем еще нас удивит эта коллекция? Серый волк. В полярных хищниках был похожий, только белый, арктический. На крупную добычу волки охотятся стаей и могут преследовать жертву несколько дней. У волка тоже какая-то маленькая голова нарисована. Отлично. Идем дальше. Тут еще один медведь. На этот раз бурый. Погодите, написано, что это тоже гризли. Вкладыш точно такой же. Тут кто-то маленький. Так, это черная летучая мышь-вампир. Хорошо, что вампиры обитают только в Южной и Центральной Америке. Ха, я ужас, летящий на крыльях ночи. Пипистрелла-вампир. Чего только эволюция не придумает. Кто здесь? Африканский кабан-бородавочник. Как он вообще попал в компанию к ночным хищникам? Он же травоядный. А свои клыки он использует для самообороны, в случае опасности. Ночью бородавочники мирно спят в своих норах и никого не трогают. Похоже, он в эту коллекцию по ошибке попал. Вот такого хрюнделя изобразил художник. А так он выглядит в реальной жизни. Нам еще трех животных не хватает для полного комплекта. А вот и полярный волк, о котором я говорил. В этой коллекции большинство животных выполнено в двух цветах. Ну, в принципе, а почему бы и нет? Этот волк, кстати, тоже светится в темноте. Я, кстати, глянул, от прошлой серии он все-таки отличается. Не забудьте написать комментарий, если хотите принять участие в розыгрыше. А у нас тут чьи-то пятки. Это горилла. Но несмотря на внушительные размеры, огромные мускулы и острые зубы, гориллы являются мирными вегетарианцами. Все свои важные дела они делают днем. А ночью спят в гнездах. Так что это тоже ни разу не ночной хищник. Не детская распаковка. Если вы не будете злить гориллу, то ей даже в голову не придет на вас нападать. Ну и последний пакетик. Ух ты! Еще один крокодил. Точнее, это аллигатор. Вообще, аллигаторы немного отличаются от крокодилов. А в этой коллекции они отличаются только цветом. Но все же они великолепны. Мне, кстати, больше эта расцветка нравится. Выглядит как живой.
Оба крокодила еще меняют цвет в горячей воде. Сейчас проверим. Это, по-моему, одна из самых крутых коллекций с бобам. Друзья, давайте наберем 100 тысяч миллионов лайков под этим видео и выведем недетскую распаковку в топ. Ну и, конечно же, пишите, какие хищники самые крутые. Кто вам понравился больше всего? Ну а сейчас, по традиции, время удивительных экспериментов. Начнем с анаконды. Это очень ярко. Как диодная лента. Отлично. Посмотрим, на что способен питон. Красиво, но, конечно, не так ярко. Еще полярный волк должен светиться. Ого! Вот это реально как лампочка. Смотрите, какая яркость. При желании можно даже прочитать текст. Страшное дело. Аллигатора мы отпустим в горячую воду. Он сразу же начинает розоветь. Изменения налицо. Давайте нагреем и вторую половину. Прикольный. Получился розовый аллигатор. Остудим его. В холодной воде он снова темнеет. А каким станет крокодил? В тепле его кожа становится голубой. Какой красивый цвет! Как вам такие метаморфозы? Ну а на сегодня все, друзья. Всем классных сюрпризов и веселых распаковок. До новых встреч! А что это вы здесь делаете? Распаковка-то уже кончилась.